Всем добрый вечер. Мы начинаем наше обучение «Путь лидера», второй уровень, последнее занятие. Меня зовут Мика Хигай, стар-мастер, член Royal Club, лидерского Royal Club Atomy. Сегодняшнее занятие у нас называется «Контент». И что такое контент? Это наполнение ваших соцсетей. В продвижении Atomy очень важное значение имеет наполнение, да, ваших аккаунтов, как они выглядят, насколько человеку захочется прочесть ваш пост, открыть его, да, во-первых. Потому что сейчас мы живем во времени, когда очень много, большая конкуренция в соцсетях, все бизнесы выставляются именно там, все стараются сделать контент очень красивым, странички красивые, и видео, да, такие делают. Вот если вы посмотрите на странички разных брендов, то они делают видео очень интересными, то есть такими, которые вот невозможно не посмотреть до конца, например, да. Если это одежда, то там вот мне понравились видео, где модели, они вот показывают, да, какую-то модель одежды, потом там щелчок, и уже другая одежда. Или они прыгают, и уже в другом. Или там поворачиваются. Ну, то есть такие вот интересные идеи, которые помогают привлечь ваше внимание. Для чего? Для того, чтобы вы увидели сам продукт. И когда вы знаете, да, что эта компания, например, этот магазин продает определенный продукт, вы уже будете туда обращаться. То есть вы будете знать, что я помню, я видел вот это видео, да, там мне понравилась кофточка, мне как раз нужна кофточка, я пойду туда. Вот, то есть для этого мы это делается. Поэтому нужно работать над своим контентом. Я знаю, что у вас уже у всех есть соцсети, Инстаграм, да, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники, ну, любые соцсети подойдут, в которых вы хорошо, комфортно себя чувствуете. Также большое значение имеет YouTube-канал, потому что у нас по работе очень часто нужно записывать ролики. Это обязательно маркетинг-план, это обязательно обзор продукции. Хорошо бы было, чтобы рассказ о себе. Вот. И много разных роликов на разные темы. Поэтому у кого только Инстаграм, подумайте над тем, чтобы открыть YouTube. То есть это такой рабочий, классный инструмент именно для привлечения новых партнеров. Потому что вот когда я, помню, только начинала Atomy, мне скинули какой-то ролик об Atomy, да, маркетинг-план, но он мне не очень понравился. И я начала искать другие ролики. Вот, то есть потенциальные атомианцы, да, могут прийти на ваш ролик и зарегистрироваться. Затем могут просматривать ваши ролики уже те, кто зарегистрирован. Просто они будут вам поднимать охваты ваши, то есть популярность вашего видео. Каждый просмотр — это вам на руку. Одноклассники в блог сразу отправляют при слове о бизнесе. Ну, вы можете подходить в Одноклассниках тогда как интернет-магазин. То есть не говорить о бизнесе, а потом уже человек при переписке с вами узнает, да, что это еще и партнерская программа. Вот. Очень удобно у нас бизнес настроен, также и реклама, да, когда вы таргетированную рекламу запускаете, то там тоже можно, да, больше на продукт идти, если у вас идет блог на бизнес. То есть удобно, что вообще легче всего, да, заинтересовать людей именно продукцией, когда он становится клиентом, а потом уже вы рассказываете, что здесь также я зарабатываю, и вот так, таким образом завлекаем. Так, свою презентацию открываю. Давайте вспомним, да, прошлый урок, и в чате напишите, пожалуйста, как у вас дела с лид-магнитами, получилось ли у вас. То есть лид-магнит — это какая-то полезная
фишка, а бонус. Что-то, какая-то полезность, которую вы предлагаете за в обмен на телефон, да, в обмен на email. Так, тут вопрос от Натальи. Расскажите про личный сайт. Сколько стоит, как это все делается? Личный сайт. Мы сделали свой сайт вот с Владимиром, да, Владимир у нас умеет делать сайты. Он сделал сайт именно по информации о глобальности, о том, какие страны открываются, какие страны уже открылись, да, информацию по ним. То есть такой информационный сайт. Только как участники мы можем делать только такие сайты, информационные. То есть ни в коем случае не интернет-магазин, да, не магазины и сайты. То есть это нужно уже идти к программисту и заплатить ему, чтобы он вам сделал такой сайт. Так, дальше Рита спрашивает, YouTube или TikTok? Откуда больше наплыв? YouTube. Там, ну, там можно реально найти вот тех, кто заинтересован в бизнесе. А TikTok, наверное, больше продукцию. Можно делать разные ролики креативные с продукцией. Так, Ольга пишет, лид составлен, осталось запустить. То есть у Ольги получился лид-магнит. Наталья, я нашла другое приложение, видео очень хороший ролик. Лид-магнит составлен, еще и запущен. То есть вы сделали уже следующий шаг, да, запустили лид-магнит. Классно. Как рекламу. Сделали лид-магнит, но не в обмен на email. Ну, обязательно сделайте какой-то обмен, то есть мы не просто делимся, да, каким-то полезностью, мы еще и получаем взамен что-то. То есть человеку нужно заработать вашу вот эту полезность, иначе она потеряет ценность. Мой ролик с песней сработал как лид-магнит. Запущен. Да, кстати, про песню Виктории у меня отдельный есть слайд. Так, сегодня я увидела в... Или вчера это было... В общем, пару дней назад я увидела в своей ленте еще один лид-магнит, на который я подписалась. Да? Это был лид-магнит от Ирины Хакамады. Она запускает с 1 марта бесплатный 5-дневный марафон. Уже до этого я тоже от одного другого российского спикера проходила такой марафон. Это также лид-магнит. Да? То есть за то, чтобы поучаствовать в этом марафоне, я отправила свой email и свой Telegram. То есть теперь, когда... Для чего это делается, да, команда? Команды, они делают это для того, чтобы собрать эти данные, и потом, так как вот из всех, кто увидел эту рекламу или этот пост, да, они идут дальше по воронке продаж. Помните воронку, да, сначала? Мы показываем свое объявление, цепляет оно не всех людей, а вот определенное количество людей, и потом уже на эту целевую аудиторию идет дальнейшая рассылка, реклама. То есть мне на email теперь будут постоянно приходить спам, да, от команды ее, но в Telegram тоже будут приходить. Ну вот у нас там такой теперь марафон, да, уже платный, хотите поучаствовать, напишите. Ну, в общем, это все делается для того, чтобы тоже целевая аудитория уже нашлась, да, вот именно те, кому интересны вот эти марафоны. А у Ирины Хакамады где был лид? Мика, скажи, и у нее на странице так и называется, Ирина Хакамада. Да, отдельную почту для спама нужно сделать. Это хороший совет. То есть, если... Вам интересны, да, предложения от разных таких вот спикеров. Сейчас, кстати, очень популярно делать такие вот бесплатные там 3-5 вебинаров, а за это они вам всю жизнь потом будут отправлять на e-mail свою рекламу. Светлана тоже пишет, что у нее есть такая почта для спама. Да, очень полезная вещь. Поэтому тоже имейте в виду, да, этот инструмент для бизнеса, это вот маркетинговый инструмент, когда вы что-то предоставляете,
а взамен получаете, ну это очень важно, да, это холодный контакт. Вы получаете список холодных контактов. Вы потом можете с ними работать, потому что эти марафоны, вот эти вебинары, это утепление холодных контактов, то есть они уже будут к вам благосклоннее, то есть не так уже, да, как это, не будет мешать лед, это не совсем такой вот замерзший холодный контакт, а теперь уже он стал потеплее, как прохладный, и с такими контактами уже легче работать, они уже знают, например, формат вебинаров, они, скорее всего, купят следующий вебинар, понимаете, да? Так и в нашем бизнесе, да, если вы можете, например, вы косметолог, и вы можете запустить лид-магнит именно на вебинар, бесплатный вебинар по уходу за кожей, там, ну, например, корейский уход. Вот есть 10 шагов. Да, почему я настаиваю, чтобы вы использовали именно цифры? Когда есть цифры, 10 шагов, да, это людям нравится, они нажимают на такие рекламы, потому что здесь есть какая-то упорядоченность, организованность. То есть это показывает, что вы уже свой материал, свою информацию разбили по темам или по пунктам, и вы не будете терять время, да? Не будет воды много и так далее. То есть, вот, например, вы сделали магнит 10 советов по уходу за кожей или 10 шагов корейской красоты, бесплатный вебинар, ну или чек-лист, или книжка, да, маленькая, в PDF-формате, небольшая. Вот. А за это вы собираете данные, да, собираете там Telegram или WhatsApp или email, и потом уже работаете с этими людьми напрямую. Так. Поэтому контент, он помогает также согревать вашу аудиторию. Вот вы, например, запустили таргет, рекламу, да, или сделали рекламу у блогера, а потом эта аудитория, да, у вас появляются подписчики, появляются, и сейчас, теперь вам нужно ее утеплить. То есть хорошо бы, если перед рекламой вы сделали у себя хороший контент для того, чтобы познакомить себя с этими новыми людьми. Да, периодически вы можете даже видеть, что у блогеров бывают такие посты. Всем привет, я вижу, вас стало больше, давайте познакомимся. И такие периодичные там, раз в месяц или раз в 2-3 месяца бывают периодически у каждого блогера, потому что, например, он запустил где-то рекламу, и теперь появились новые подписчики, они не знают, да, им... Ну, они не пролистывали всю ленту посмотреть прошлые посты, посмотрели только там несколько недавних. Помните, что у людей особо нет времени, да, на новые страницы, если вы их пока ничем не завлекли, интересным, не привлекли. Поэтому нужно, да, знакомить себя обязательно. Мы делали, да, уже было домашнее задание, чтобы сделать пост о себе. Это очень важный момент, чтобы, да, также... отсеялись те, кто, ну, кому не интересно, а те, кому интересно, они не только прочитали ваш пост, а также больше узнали о вас, теперь вы уже не холодные, да, не в холодных таких отношениях, уже знают о вас больше. Так, идеи. Давайте посмотрим, это идеи вообще для любых блогов. 38 идей для постов в соцсетях. Ценность, обзоры, отчеты. Это прочитанные книги. Да, если вы ведете свою соцсеть более как блог, то мы рассказываем о книгах, о фильмах, или вы хотите разнообразить, да, не только посты об атомии, о себе, о продукции, а еще и о чем-то другом. Вот если вы прочитали какую-то книгу, фильм посмотрели интересный, вот, или новый какой-то фильм, какой-то, который вы первые успели посмотреть, еще люди не успели, им будет интересно, да, почитать. Но без, как они называются, без спойлеров, да, то есть не рассказывайте весь фильм, просто можно свои впечатления
личные достижения, как вы это сделали, это уже больше подходит, да, в Атоме. Если вы, например, закрыли мастерство или закрыли первый бинарный шаг, очень интересная история, да, так и можно назвать этот пост. Рецепты, да, я вот, например, подписываюсь на людей, которые делают что-то вкусное, потому что с виду это кажется очень просто, и это большая работа, да, сделать видеорецепт, но это всегда набирает очень много лайков и просмотров, и сохранений, потому что домохозяйки всегда задаются вопросом, что приготовить сегодня. Демонстрировать людей, которые на вас повлияли. Тоже интересный пост. Обзор качеств, навыков великих предпринимателей. Вот это подходит нам очень. Изучать. Можно не изучать, да, всю биографию людей. Это уже все уже готово в интернете. Вы можете качество великих, качество такого-то человека написать, и уже там вам придет список. И вы можете использовать это как пост. Стиль жизни. Storytelling, да, есть такой вариант создания контента, когда вы пишете какие-то истории. Например, история Золушки. Вот было вот так, стало вот так. Я вот делала такой пост недавно о том, когда мы жили в Сеуле, да, только начинали бизнес, и сейчас. Дальше, демонстрация прорыва, провала. Оба интересно. Не опасайтесь показывать себя не идеально. Помните про быть настоящим. Да. Уже людям не интересно, когда все идеально, когда мы, у нас все прекрасно, все только хорошо, потому что это так не бывает в жизни. Именно жизненные такие посты, вот почему больше люди начали материться, да, заметили видео, там, в Инстаграме тоже, потому что это, наоборот, очень сильно сближается аудитория, это показывает, что вы настоящие, что вы не играете постоянно, да, идеального человека, потому что это уже не работает так, как работало раньше. Дальше, история, которая привела к осознанию. Как я перестала быть жертвой? Почему я был нищий столько лет? Переломный момент в жизни. Наблюдайте здесь и сейчас, поездки, встречи, уроки, истории других людей, плюс ваш комментарий. Да, историй очень много, которые вы можете использовать в своих постах и написать свое мнение об этом. Ну, такие идеи для блог-контента. Ну, и даже в нашем случае иногда стоит, да, свой контент немножко разбавить чем-то таким, чтобы удивляло, чтобы человек вовлекся, да, в вашу историю, почитал побольше о вас. А побольше почитает о вас, ему понравится, он перейдет в другой пост, почитает, да? Так, следующее. Обучающие посты. Эффективность, продуктивность. Спорт, здоровье, питание, бизнес, деньги, выход на новый уровень мышления. Кстати, очень мне нравятся такие посты, которые меняют мышление, да, с бедного на богатое. В нашем бизнесе это очень актуально, потому что даже чтобы, да, например, мастерство закрыть, это уже нужно мышление свое поменять на более богатое. Поэтому как вот выйти на этот уровень мышления другой? Тоже такой пост можно сделать. Гибкие темы, которые вдохновляют вас, например, ранний подъем, отказы, призывы. Переупаковка, предпринимательский рай. Следующий. Мотивация, провокация. Почему провокация? Ну, это тоже цепляет, да? Если вы напишите вот в Инстаграме, при написании текста есть первая строчка. Она самая важная, потому что она... это как, например, заголовок на обложке журнала. Поэтому если... человеку понравится этот заголовок на журнале, он его прочитает, купит. А если не понравится, то он его не обратит внимания. Поэтому заголовки очень важны. И здесь, вот, например, какая-то провокация должна быть. Будьте осторожны. Мотивация. Вы достойны. Да? Мы себя недооценим. Жизнь одна. Демонстрация ваших ценностей. Через 10 лет будут новые компании. Что это будет? Продвигайте предпринимательство, вдохновляйте людей создать свой бизнес.
какие-то цитаты, умные фразы, да, они очень хорошо работают, кстати, цитаты, потому что их люди могут забрать себе в сторис, и для вас это будет бесплатная реклама, да, вашего аккаунта. Находите такие, чтобы цепляли сильно эмоции. Один раз в неделю, не чаще. Да, но с цитатами не нужно их постоянно делать. Раз в неделю достаточно. Скажем, воскресенье, да, это тот день, когда выходной у людей, и хочется чего-то нового, хочется какого-то вдохновения, какой-то мотивации на следующую рабочую неделю. Так, пример. Записка из 70-го года «Спасибо, что не сдавался». Тоже пример такого поста. Так, идея контента именно направлена на Томми. Распаковка. Распаковка, мы, это обычно заказ, да, пришел, например, заказ с Томми, мы показываем, да, что это коробка, потом все по отдельности открываем, да, и рассказываем про каждый продукт. И недавно, кстати, делала в своем инстаграме такой эфир. Раньше такое нельзя было сделать, да, когда ты проводишь эфир, он сохранялся только на сутки. Помните, да, такое время? Сейчас же можно эфир свой сохранить навсегда, как пост. Это очень удобно, то есть не нужно, да, отдельно записывать видео, потом его загружать, а вот уже вы делаете эфир, во время эфира также вам могут задавать какие-то вопросы в тему, вы можете на них отвечать, а также вы потом его сохраняете, но здесь мы с вами позже поговорим о том, что важна обложка у прямого эфира. Дальше, обзор продукции, как его сделать, да, где взять, во-первых, фотографию для такого обзора, где взять текст. У нас уже есть готовые телеграм-каналы, где есть и фото, и видео. Я вам потом скину в чат. То есть этот весь материал, он уже готов. Если какого-то текста нет на русском языке, вы можете перейти на корейский сайт, сделать скриншот и отправить это все в Google Translate, в переводчик, и он вам сделает сносный перевод. То есть вы там подправите чуть по грамматике, и уже готов пост. Дальше. Интересные факты о продукции. Да? Например, расторопша. Вот. Знали ли вы, да, что печень – это фильтр нашего организма? И вот такое вот так растение, как расторопша, это единственное соединение, которое способно восстанавливать клетки печени. Да, и рассказать подробно именно об этом. Какой-то интересный факт взять продукции, которые, ну, вам самой интересно, и вы делитесь. Поэтому подумайте, да, возьмите из ассортимента что-то, вот, как технология, например, создания нашей косметики, да, набора Fame, Absolute. Там же вот очень такие инновационные технологии используются, когда идет зеленый чай, да, его ферментируют, его очищают, то есть до такой степени, когда все ингредиенты полезные сохранены, но цвет, да, он стал уже белый, то есть он не зеленый, не темно-зеленый, то есть это все очень дорогие технологии, и для того, чтобы вот ингредиенты всех, вот очень много, да, у нас экстрактов в составах косметики. Вот расскажите именно об этой технологии, да, это очень интересно, чтобы потом это также может вам помогать при проведении мастер-классов или эфиров. Где создается наша косметика, тоже расскажите, да, об этом знаменитом заводе. Дальше, участие в конкурсах, которые проводятся, да, в вашей структуре, да, в вашей команде, или Atomy проводит сам конкурс. Недавний пример участия в конкурсах – это вот участие в конкурсах регистрации. Да, можно тоже об этом писать пост. То есть это тоже очень интересно. Особенно про подарки. Очень сильно мотивирует и как визуально очень красиво смотрится. Участие на онлайн-семинарах. Да, вот недавно я записала видео для онлайн-семинара.
в субботу вы можете увидеть меня там, да, и как дальше я буду, почему это важно, да, для контента, потому что я записала вот этот ролик, да, а теперь я могу также его использовать, его после того, как премьера пройдет на семинаре, я его могу использовать как видео для своего Инстаграма и для Ютуба. И если вы делаете какой-то ролик, который вы выставите на Ютубе, в Инстаграме вы можете сделать анонс на него, потому что в Инстаграме видео принимается, да, только на одну минуту, если это не IGTV, только на одну минуту. И вот, например, только интересный какой-то отрывок с этого видео, да, ставить как пост и потом внизу написать, да, полное видео смотрите на моем YouTube-канале. И, конечно же, человек зайдет на YouTube-канал, чтобы увидеть полностью ваше видео и подпишется на вас, да, поставит там лайк, коммент какой-то приятный напишет, что очень хорошо скажется на ваших охватах, как в Инстаграме, так и на Ютубе. Командные ролики тоже очень хорошо работают, потому что показывают масштабность, что вы не один, что вы работаете в команде, что у вас глобальная, да, скажем, например, команда большая, там спонсоры в разных странах, это все очень интересно для аудитории. То есть всегда смотрите на то, как вы можете, какая у вас аудитория, во-первых, да, и смотрите, чтобы ей было интересно смотреть. Не только фото, не только картинки, да, разбавляйте это видео, разбавляйте темами, о которых я говорила в предыдущих слайдах, да, какие-то истории, какие-то мотивашки. Вот как раз следующий, да, пункт – мотивация. Снова, да, здесь можно использовать какие-то цитаты полюбившиеся, которые вас именно мотивируют. Либо мотивация, там, ну, можно, например, использовать историю Imperial Master, да, что в основном они же все с такого, да, с бедного бэкграунда, то есть они все поднялись, как один из девизов, да, компании, что из гадкого утёнка можно превратиться в прекрасного лебедя. То есть это тоже прекрасная мотивация, что любой человек здесь может добиться успеха, достичь самого высокого уровня. То есть главное, чтобы не сдаваться и продолжать действовать. Следующее, креатив. Здесь вот сейчас, да, особенно актуально сделать видео в ТикТоке. Это 15 секунд, 30 секунд или 60 секунд максимум, да, ТикТок. Записывать это очень легко. То есть что там нужно делать? Просто держать камеру и держать эту кнопочку для записи. И автоматически, да, когда вы нажимаете на кнопочку, запись идет. Когда вы поднимаете палец, все, запись останавливается, и вы уже можете делать следующий ролик уже в другой локации или с другой стороны. Ну, в общем, креатив, да, здесь полный. Вот только ваша фантазия здесь работает. И это очень классно, потому что, ну, как-то разбавить свой контент нужно, потому что если у вас все однотипные посты, такой аккаунт не набирает большую популярность, потому что, ну, он однообразный. То есть люди уже ожидают от вас однотипных постов. Поэтому сделайте так, чтобы что-то неожиданное, что какой-то сюрприз, что-то вот, что, ну, совсем другое от того, что вы обычно постите. Какой-то челлендж, да, поучаствуете. Какой мне на ум приходит. Вот в Инстаграме сейчас Александра Ким, да, бриллиантовый мастер, проводит челлендж TikTok Atomy, TikTok или TikTok Atomy. В общем, почему бы и нет, да? Там могут участвовать люди совершенно с разных структур. И когда вы просто участвуете, есть ощущение команды, у вас есть примеры, да, когда люди уже сделали там какие-то ролики. И для вас это чем это тоже важно? То есть вы себя показываете своей аудитории с новой стороны. Дальше танцы, песни, да, это всегда очень хорошо работает.
используйте это, танцуйте, кайфуйте, креативьте, то есть не делайте, да, все то же, а все одно и то же, удивляйте, раскрывайте себя со всех сторон, возможно, вы танцор в прошлом, да, вы можете, или вы там макияж классно делаете, да, вы какой-то необычный макияж можете сделать, модель, ну, в общем, все свои мечты детские здесь можно реализовать, ну, то есть здесь только от вас зависит. И не забывайте, насколько важны сторис, если это Инстаграм, также в Фейсбуке, да, тоже ваши сторис, они автоматически там прикрепляются. Почему важны сторис? Потому что некоторые не смотрят даже ленту. Некоторые люди не читают посты, как раньше, да? Раньше, когда не было сторис, ну, не было другого варианта, да? Нужно было только читать посты, да, вот так пролистывать ленту. Сейчас уже появились сторис, и хорошо, если у вас будет и посты, и сторис, потому что без сторис ваш аккаунт как будто, ну, как будто вы им не занимаетесь. Вот такое, да, впечатление создается, что вы не на 100% там, ну, отрабатываете. А когда у вас есть сторис, уже видно, да, что вы активны и там делаете сторис, и посты делаете, то есть, что вы на 100% отдаетесь. А также сторис более живой делает ваш аккаунт. То есть вы вот этот вот тоже холодок, вы его согреваете своих подписчиков, больше себе рассказываете, показываете себя, свой стиль жизни, ну, в общем, свой, как вы работаете, как вы общаетесь, как вы там гуляете, это все очень интересно, как вы путешествуете, это все очень интересно, даже если вам это не интересно, это интересно вашей аудитории, то есть, и так еще мы учимся в сторис, мы учимся не бояться камеры, то есть, потому что у многих, да, вот этот страх есть, сидит, что я боюсь камеры, я не могу это делать. Но наш бизнес, он на личном бренде, да. Тут самое главное — это личный бренд, когда мы себя раскрываем как лидеры, как личности, как звезды. Без этого, то есть никак. Поэтому нужно себя перебороть, и сторис как раз помогает, потому что они всего 15 секунд длятся, и за эти 15 секунд это как небольшая вот практика ораторского мастерства, работы на камеру. То есть за вот эти 15 секунд, если вы будете ежедневно делать, то вам это будет намного легче даваться с каждым днем. И так вы постепенно будете записывать ролики о себе, постепенно выходить в эфиры благодаря вот этим 15 секундам в сторис. Ну, не обязательно, да, 15 секунд вы держите камеру, и максимально сторис можно записать до 1 минуты. Вот. То есть, почему так все очень коротко? Почему сторис всего 15 секунд длятся? Почему Инстаграм пост, видео всего 1 минуту длится? Потому что помним, да, что люди очень все заняты, и внимание их завлечь очень сложно, потому что, ну, их там ожидает миллион других сторис, миллион других постов и интересных тоже. Поэтому обычно, да, даже весь ролик, например, люди не досматривают до конца, если он не очень интересный. Потому, ну, если уже знаешь, да, что будет дальше, нет никакого удивления, все так однообразно, ну, уже человеку, как ему скучно, или тема там не очень интересная. Поэтому да, нужно сделать так, чтобы люди смотрели ваши сторис до конца, ваши видео, ваши посты дочитывали, тексты все читали. Это помогает. Инстаграм, да, следит за этим. То, что человек, ну, вовлеченность человека в ваш аккаунт. Даже на Ютубе и в Инстаграме тоже есть статистика, которую вы можете зайти. На каждом посте можно посмотреть эту статистику. Также и на Ютубе у нас есть статистика, сколько минут человек посмотрел ваше видео, ваш ролик. И часто такое, да, бывает, что люди не досматривают до конца. Поэтому нужно работать над тем, чтобы вот эту вовлеченность поднимать. Дальше. Вот как раз в прошлом году у меня были другие примеры, в этом году у меня вот примеры наших партнеров.
Виктория Па, как вы знаете, да, сделала очень крутой ролик, который... Ну, это еще было, кстати, 4000 просмотров, это было дня 3-4 назад, что ли. Сейчас уже я уверена, что он больше. Но это рекордное количество, это вот Вика сама сделала кружок здесь. И сама в шоке, сколько просмотров, много. И вот посмотрите еще на количество комментариев. Просто очень много комментариев. То есть, что сделала Вика? Она записала песню про продукцию о Томе. И пошла в студию, там записала не только голос, но еще и ролик. И как клип выложила. Да? То есть, команда вообще восприняла это очень круто. Это подняло Вики на охваты. И что нужно делать дальше, да? Не останавливаться и продолжать. Потому что, да, и подписки, я думаю, пришли новые, возможно, пришли регистрации, но нужно не сбавлять темп, продолжать в том же духе. Ну, хотя бы в два раза меньше, если будет, то дальше, да, продолжать. То есть не надо опять, как все раньше было, нужно уже вот так вот удивлять. Это здорово получилось, продолжать в том же духе. О, здесь мне понравилось у Риты, как она оформила профиль. Вот, во-первых, аватарка, смотрите, очень необычно. Вот наша цель с вами удивлять. И мне понравилась аватарка, такой я просто не видела у других партнеров о Томе. На всех, кого я подписана, такой не видела. Я спросила у Риты, какое приложение, через какое приложение она это сделала, я вам попозже его покажу. Что мне еще здесь понравилось, вот актуальное, как в одном стиле все выполнено. Вот эти кругляшки, видите, то есть это дополнительная работа. То есть она в сторис сначала эти все картинки опубликовала, а потом забрала это в актуальные, а потом можно удалить, да, эти сторис ненужные. Дальше. И сами посты у Риты тоже в аккаунте, они тоже такие в одном стиле выполнены. Кстати, вот это видео я вам тоже отдельно покажу. Очень красиво Рита снимает. Так, ну давайте... Так, сейчас я зайду в Инстаграм, покажу вам. Это видео. Сейчас я открою Инстаграм. Так, turn on not now. Сейчас сделаю демонстрацию. Викам победа, Виктория молодец. Да, было очень круто. Так, смотрите, я открыла свой Инстаграм, и первым делом вот у меня тут также Рита отобразилась. Вот, то есть видите, как сторис важны, постоянно появляться. Вот это видео, да, мне интересует. Вот. То есть тут необычно снято видео про наше железо. Вы видели когда-нибудь? Да, вот... про железо. Обычно я просто вижу картинку и текст. А здесь вот что-то вот такое настолько необычное, что хочется дальше посмотреть. Я подписалась на Риту, поэтому вот пару дней назад, что ну, мне настолько понравилась идея, и чтобы вам показать, вот, как необычно можно снимать. Также Рита мне дала, рассказала, где она снимала это видео. Так, то есть смотрите, да? Еще мне очень нравится аккаунт, конечно, нашей Сашули, с наших Саш, Александра и Александр Ким, бриллиантовые мастера. Вот это видео увидели. Там, конечно, эта песня «Не корона, бро», «Нет, не корона, бро», и показывает хима-хим. Да? Прикольно вообще. Ну, со звуком, конечно, посмотрите обязательно, это вообще класс. То здесь как раз Александр говорит об этом в своем флешмобе TikTok о Томе. Снимайте видео и ставьте хэштег. И тогда Сашуля будет вас в сторис отмечать. В сторис даже публиковать ваше видео. Я вот не знаю, насколько еще актуально. А, уже не актуально. 22 февраля проведем опросы самые... А, уже прошло. Ну, в общем... Да, в будущем всегда участвуйте в таких вот вещах. То есть как оформляет Александра свой Инстаграм, да, очень профессионально. Во-первых, фотография вдвоем, да, с супругом, актуальный тоже в одном стиле. Обязательно, здесь про YouTube-канал написано, потому что он у них очень классный. То есть
использовать свой профиль, чтобы также человек узнал из вашего профиля еще об одной соцсети, да, которую вы ведете, чтобы и там пошли подписчики. Здесь также, чтобы еще хотелось бы отметить, красивые фотографии, да, специально фотосессию ребята делали. Вот как Александр оформляет прямые эфиры. То есть в сам эфир, знаете, да, что там вот весь эфир идет, если это двойной эфир, то два человека, да, весь эфир. Вот Александра и Наталья. Вот. И весь эфир такой. То есть и вам сам Инстаграм предлагает какой-то отрывок из этого эфира. Но есть еще опция сделать свою обложку, которая будет, ну, в стиле вашей ленты и более привлекательной. То есть если бы, наверное, Александр выбрала вот такой клип, да, у него, наверное, было меньше просмотров потом, записи именно. А вот такой, ну, просто невозможно не нажать. Да? Ну, то есть так красиво это выглядит. Вот, мне нравится также вот этот пост про все SPF, например. Такой вот пост, сразу несколько продуктов, то есть что вам не нужно о каждом отдельно говорить. Для чего? Почему так лучше? Потому что, ну, человек уже, и так все понятно, да, вот есть для такой-то SPF, есть абсолют SPF, есть для детей, есть стики. В принципе, человек уже понимает, да, то есть есть небольшое описание про каждых из них. Это позволяет разбавлять вашу ленту, то есть, ну, разными постами. То есть, например, не 6 постов чисто про SPF, а один пост, например, скажет, да, вот, кстати, тут еще есть еще и кушин от солнца и от синего света. Дальше можно прямой эфир делать, да, дальше пост про терпение. Классная тема. Там, ну вот, сбор заказов, сбор посылок в Корею, да, вот тоже очень крутой пост. И есть тут определенный период, то есть именно только в этот период. Почему важно задать период, то есть чтобы люди поскорее давали свои заказы, то есть они знали, что в этом месяце вот только вот такие даты, а потом уже нельзя будет сделать заказ на Корею, чтобы какая-то появилась вот срочность. Если это будет просто сбор заказов в Корее, напишите, когда хотите, тогда вот этой срочности не будет, и вы получите меньше заказов. Так, поэтому так и работают вот эти вот рекламы, да, на вот только осталось там 5 часов до конца вот этой супер акции, когда у меня есть там для вас супер там скидка на предложение. Вот, и это такая реклама работает, действительно, потому что появляется вот это вот, ой, надо срочно сделать, надо на... потом уже не будет возможности, да. Пишите дату определенную, да, новинки. В общем, если вы не подписаны, обязательно подписывайтесь на Риту, на Викторию Пак, на Сашулю. Очень красивые, классные идеи для контента. Также хотелось бы отметить нашу Наталью Рогаль. Она была спикером, помните, на первом уровне. Это вот что-то вообще нереальное, что-то очень необычное. То есть прям вот, кстати, у Натальи ежедневно почти идут сторис, где она что-то рассказывает интересное. Посмотрите на описание, да, как она выполнена. В 38 выгляжу на 25. То есть видно, что Наталья не стесняется своего возраста. Наоборот, она использует это, да, как описание для своего профиля. Вот мы сразу из этого... из этой маленькой, вроде короткой строчки, столько узнаем о Наташе, что ей 35, да, что она молодо выглядит, еще что она знает, делится этим секретом в своем Инстаграме. То есть дальше продукция из Кореи, замотивирует зарабатывать, ну, классно, да, то есть после такого, конечно же, хочется читать. Дальше актуально также и выполнено в едином стиле, такие красивые тона, и каждый пост — это прям вот читать, не остановиться, хочется вот до конца прочитать. Все такое полезное, все так интересно выполнено, что, ну, вот просто так, классный аккаунт, очень нравится читать. Поэтому, да, и есть еще официальные аккаунты, да, Atomy Rus, например. Если у вас совсем нет идей,
как вести свой Инстаграм, идите на официальные странички, можете прям там оттуда копировать посты. Это не возбраняется, наоборот, да, вы можете, ну, как бы, для чего они это делают? Для того, чтобы вам дать, вам подсказать вектор, да, в каком направлении работать. То есть вы можете, да, все эти посты себе забирать. И хорошо бы, если бы у вас, ну, вы ставили автор. То есть откуда вы берете материал, нужно ставить автор. Вот, например, такой пост. Потому что Atomy Rus, ну, как они, я так понимаю, наняли человека, который делает это все профессионально. Видите, вот каждый пост у них очень красивый, это сами они делают. Поэтому очень красивые картинки и описание тоже вот такое, да, с сайта. Сделано, да, все, вот смотрите, смайлики в тексте, да, используются. Для чего? Тоже для привлечения внимания, для разбавления текста. Не только один текст сухой, да, везде, а также эмоджи используются для эмоционального привлечения, для того, чтобы утеплить также аудиторию. Помады, сияние, там помады такой-то линейки, такой-то хэштеги. Также всегда, Atomy Rus, вот сколько я не смотрю на их посты, всегда используются хэштеги. Для чего? Также это продвижение. Atomy Products, Career Products, Atomy помада, губная помада. То есть все люди, которые подписаны на такой хэштег, они увидят ваш пост, да, если вы отмечаете этот хэштег. И также посмотрите на тех людей, на которых подписаны, на те аккаунты, на которых подписаны Atomy Rus. Это Atomy Official India, то есть это все официальные аккаунты. На Индию можете подписаться, тоже там брать идеи, картинки брать. UK, Мексика, Пак Хангиль, да, основатель Atomy также здесь. О, вот эта страничка Atomy Instalog, это о ней отдельно, конечно, поговорим еще. Так, Таиланд, Филиппины. Atomy Official, например, это официальный аккаунт Atomy Корея. Здесь тоже много, ну там, правда, на корейском много, но тоже нужно брать какие-то идеи. Давайте зайдем на вот этот Instalog. Это вот специальный аккаунт, который вы можете использовать здесь картинки. Потому что картинки здесь, конечно, просто сказка. Смотрите, какие красивые здесь используются картинки. Это вот, например, патчи от прыщей. Вот очень профессионально делаются вот эти картинки. Специальная тут команда нанята именно для того, чтобы вот это вот делать такой красивый контент. Ну, просто нельзя пройти мимо, да, вот хочется прям рассмотреть каждую фотографию. Вот эта, да, фотография прям, ну, супер. Но не как красиво оформлен. То есть старайтесь, да, тоже соответствовать. Вот здесь, если вы посмотрите на тона, какие используют тона? Ну, светлые, да, такие. Если это розовый, то светло-розовый, светло-голубой, зелени много. Розовый тоже используют. Вишневое желе, оно вообще прекрасно смотрится в кадре. Очень фотогеничное вишневое желе. Детские витаминки здесь. Ну, то есть очень много идей. Если какое-то из этих фото вы используете, ну, то есть сразу тоже ваша лента прям засияет. Так, что там пишут в чате? Сейчас почитаю. Виктория Горец тоже, да, классно. Угу. Если покопаться, в инсте очень много всего, просто мозг не все улавливает. Да, ну все и не нужно улавливать, слишком много информации, поэтому заостряю ваше внимание, да, на официальных страничках Atomy, Atomy Instalog, прям очень крутая страница. Так, если копировать посты из Telegram, и Instagram не сможет распознать идентичность текста, не получится как копирайтер. Но когда идет в Телеграме какой-то текст, то там всегда стоит автор. Так что вы можете написать там автор текста такой-то, да, человек. Инсталог — классный аккаунт, да, согласна. Я много раз пыталась создать такой красивый эстетичный аккаунт, пишет Малика, но у меня вначале идет все хорошо, потом сбивается. Нужно иметь план, да? Что нужно завтра и через 2 дня опубликовывать, чтобы сочетать с предыдущими постами. Да, есть такой даже контент-план Инстаграм. Вы можете в Ютубе вбить, и там будет обучающий ролик, как делать этот контент-план для Инстаграма. Есть специальные даже приложения,
которые вы заранее можете отправить посты, и потом в определенное время вам сделает публикацию. То есть, да, хорошо, если у вас будет такой контент-план. Но не обязательно, да, я, например, я действую, например, всегда по импровизации. То есть я люблю импровизировать, у меня такая лента неожиданная, там можно все ожидать. И танцы есть, и песни, и там тексты, и, ну, в общем, и эфиры неожиданные тоже. Вот, кто умеет так работать именно дисциплинированно по плану, то, конечно, круто. Нужна дисциплина, да, чтобы 1-2 поста каждый день. Да, у меня вот в начале самой работы в Инстаграме у меня была цель 3 поста ежедневно. И они были вот в одном стиле, то есть это была одна картинка, которую я на 3 разбила. Ну, тоже красиво, прикольно смотрится. И ну, это очень хорошая скорость, если у вас только начинающий аккаунт, 3 поста в день делать обязательно. Если уже вы раскрутили свой аккаунт, то пост один, ну, ежедневно или через день. Один раз в день, один раз в неделю эфир, да, который потом можно сохранить. Так, Лидия пишет, 1-2 в день, наверное, слишком много. Нет, по мне 2-3 раза в неделю. А, 2-3 поста в неделю достаточно и больше сторис. Ну да, вот Лидия с Аней классные делают сторис. Там просто неожиданно всегда. Какая страна сейчас будет, всегда угадываешь. Потому что Лидия с Эмиратов, а Аня с Кореей. Они записывают сторис, и так сидишь, догадываешься. Это, наверное, Корея. Там видишь какие-то иероглифы, поэтому да, это очень интересно. Если вы, вам тяжело вести Инстаграм, ведите его с кем-то вместе, с каким-то партнером, да, или с вот, сестрой, например, или с подругой, с лидером своим. Так ваш Инстаграм всегда, ну, работает, и вы можете вести его так вот тоже необычно, делать эфиры совместные. Так, дальше по презентации пойдем. Так, ну записывайте себе вот эти вот заметки, записывайте себе, ой, минуточку, приложения, которые помогают вам сделать красивый аккаунт, красивый контент. Давайте о каждом по порядку. Captioned, да, вот это вот. У меня аж 2 раза нечаянно я его сюда вставила. Captioned — это классное приложение, которое делает субтитры бесплатно на любом языке. То есть почему это важно? Потому что не все смотрят ролики со звуком, там сторис со звуком или посты со звуком. Кто-то смотрит просто, да, без звука. Потом уже есть такая кнопочка, например, в видео, в посте, нажать, и тогда появляется звук. То есть, чтобы человек нажал на эту кнопочку, нужно его как-то завлечь, привлечь, вдохновить, замотивировать на того, чтобы он послушал ваш ролик. Поэтому вот это вот приложение, Caption, оно помогает сделать бесплатно. То есть вам не надо самим сидеть и вот на каждое свое слово записывать, что вы там сказали, да, субтитры. Это делается за вас. Кстати, на Ютубе тоже есть такая функция, да, когда вы смотрите какие-то ролики, вы можете нажать там на субтитры, если позволяет это видео, тогда вы можете смотреть ролик с субтитрами. Я, например, когда вот видели, да, нашу песню про Атоми, я еще сделала, внизу потом написала с текстом песни. И, честно говоря, уже мне было сложно, потому что это нужно на каждый текст, да, на каждую вот свою строчку писать вручную. Я тогда не знала об этом приложении, вот, поэтому хорошо, если у вас на каждом видео будут вот такие, ну, у вас, например, видео про обзор продукции или еще какой-нибудь интересный ролик, и если вы его сделаете субтитрами, он просто больше лайков, больше просмотров наберет, больше комментариев, и вообще человек на него нажмет точно и досмотрит до конца. Дальше, Lightroom. Про это приложение я вам рассказывала в прошлом видео, когда мы говорили о пресетах. Пресеты — это, помните, да, фильтры, когда вся лента в одном стиле выполнена.
Здесь они идут бесплатные, там нужно, ну, чуть-чуть покопаться, я думаю, ничего страшного, ничего сложного, просто выбираете там язык русский, да, вроде можно делать там русский язык, и там вот прям есть, когда вы обрабатываете какое-то фото, одной из функций пресеты, и там вы можете выбрать любой. Дальше вот это вот, здесь текст плохо видно, здесь написано «Downloader for Instagram», закачка для Инстаграма. Да, вот тут Лидия спрашивает, как так красиво и ровно вырезают картинку с продукцией, это к этому мы дойдем. Downloader for Instagram что делает? Он какой-то вот вам видео понравилось, ролик в Инстаграме, вы можете его себе скопировать на телефон. Я так делаю с мотивационными роликами или какими-то прикольными роликами, которые мне понравились. То есть они идут такие без автора, или там уже на них, прямо на ролике написан автор, и я беру эти ролики, скачиваю, и потом себе в сторис беру. То есть, чтобы разнообразить свои сторис, чтобы там было, ну, и юмор был, и мотивашка была. Вот, это видео я использую довольно часто. Если вы скачиваете чей-то контент, да, какого-то партнера, то обязательно ссылайтесь в тексте на этого партнера, иначе потом это все прояснится, выяснится, человек будет недоволен. Дальше, StorySaver. Очень часто использую вот это приложение. Кстати, это все для Андроида, для iOS там могут немножко отличаться названия. Вот, StorySaver, он сохраняет истории любых аккаунтов, совершенно любых. Это почему я часто так использую, потому что наши партнеры, лидеры делают такие крутые иногда сторис, с которыми хочется поделиться. И я сохраняю эти сторис себе в телефон, а потом беру себе сторис и отмечаю автора, да, этих сторис. Итак, это, ну, как прокачка моих сторис, да, мои сторис становятся интереснее. Также и для тех историй, которые я беру, тоже у них там повышаются охваты, там, ну, на них нажимают, смотрят еще. В общем, всем хорошо. Win-win. Следующее, PhotoLab, это как раз вот то предложение, которое Рита мне подсказала, как сделать аватарку, да, в таком вот мультяшном виде. Это вот PhotoLab. Ну, я думаю, там еще есть другие функции. Canva. Обязательно закачайте. Это очень крутое приложение, которое делает все. Ибо обложки для там YouTube, для IGTV, делает stories красивые, делает посты. То есть там уже все готово, есть шаблоны, вы просто там меняете картинки, меняете текст. Storybeat. Прикольное приложение, это бесплатная музыка для ваших сторис. Но всего 15 секунд длится. То есть там большая библиотека, которую вы можете использовать. Дальше, InShot. Это все бесплатные, кстати, приложения. InShot вообще моя любовь, я его очень люблю с самого начала работы, потому что на нем можно делать столько всего, и коллаж красивый, да, и фотографию обрезать в нужном формате сделать, и видео свой ролик сделать красивый, да, там обрезать, поставить музыку, убрать звук, увеличить скорость, ну, то есть это все, и все это бесплатно. Дальше, Translate, вот это прям обязательно в нашей работе, потому что мы работаем глобально, и Google Translate помогает нам общаться с партнерами вообще со всех стран. То есть вы просто копируете. Например, вам написал индиец, да, что-то, и вы не можете разобрать. Вы просто берете, копируете, туда вставляете в Google Translate. Он сам опознает язык и вам дает перевод. И также вы можете написать ему что-то на индийском. Обязательное приложение Google Translate. Также вы можете работать с корейским сайтом, да, то есть если вы хотите какое-то описание, которое только на корейском сайте есть, или состав, да, на российском сайте уже у нас есть определенное количество пока товаров, и вам, например, нужно перевести нашу эссенцию Абсолют от солнца, да? Вот, и вы просто копируете, ну, то есть скриншот делаете этого состава на корейском сайте, отправляете в Translate, и он вам делает, отмечаете все, выделяете, и он вам делает такой сносный перевод.
Еще он, кстати, становится с каждым днем лучше. Прям сейчас посмотришь на него, там все верно, все правильно, все красиво переводится. Даже ну, совсем чуть-чуть нужно подправлять. Photoroom. Это как раз вот то приложение, Лидия, которое вы спрашивали, да? Вырезает картинку очень вот так вот ровно. Если это человек, делает вот такой контур. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Вот следующее вроде мое видео. Вот, вот это вот. Я сделала фоторум, здесь просто не видно. Я делала обложку для IGTV. И, кстати, когда вы делаете обложку для IGTV, я не знала этого. И у меня обложка получилась немножко такая не очень красивая на IGTV. Но я учусь работать здесь. Но вот сейчас я, например, собрала как нужно. Да? То есть в IGTV нужно собирать. То есть у меня была картинка на фотографии, например, прям вот, вот здесь вот. В правом углу, сейчас я вот собрала, то есть такую обложку теперь можно в IGTV отправлять, потому что там обрезается формат, то есть все вот поближе друг к другу нужно. Вот, это вот, видите, фотография обрезана, фон сделан, то есть там уже как такой вот графический дизайнер, там работа типа фотошопа, только Photoroom называется, он тоже бесплатно идет. То есть здесь можно делать обложки красивые, рекламки, то есть очень много опций. Вырезать себя можете здесь. И Fontify — это... Фонт — это такой... Это вообще приводится как шрифт. То есть вы можете это использовать в описании своего аккаунта Instagram, например. Или в, где-то в WhatsApp можете тоже в статусе написать красиво. Вроде только по-английски, насколько я знаю. Где-то в Telegram-ботах тоже можно найти красивые шрифты на русском, я думаю. Ну, то есть что-то вот как-то выделиться, да, по-другому написать. Так, еще у меня есть. Вот, у одного блогера я также увидела такие полезные сторис, где больше, еще больше этих приложений бесплатных. VN, кстати, Рита делает свои красивые ролики в VN. Там, что классно, есть еще уже шаблоны для видео. То есть вы можете также вставить в свои картинки и свой текст, и у вас будет уже готовое красивое видео для сторис, ну или для поста. Я не все знаю здесь приложения, можете себе записать. InStories, я думаю, что для того, чтобы истории красивые делать, VideoLib — это для, это как видеоредактор, Mojo — картинки и видео тоже, InShot мы с вами говорили. Так, есть еще CapCut и VN, тоже классные. Да, есть боты в Телеграме, CapCut, вот не слышала про этот. Ну, в общем, красивые фото-видео можно делать также с помощью этих приложений. VCUS, вот я ни разу не пользовалась. Mojo я помню, как-то пользовалась. Tickpom тоже не пользовалась, Vita не пользовалась. VN вот сегодня только посмотрела. Прикольное, да, приложение. Там уже и музыку сразу можно вставить. В общем, очень много инструментов для того, чтобы делать интересный контент. Очень много. Бесплатно еще, причем. Поэтому пользуйтесь, делайте, удивляйте свою аудиторию. Это очень важно сейчас, потому что конкуренция большая. Так, Лидия еще подсказывает. Artory, Snow, Quick, Canva, да. Вам спасибо всем, кто делится своими полезными предложениями, наработками. Да, спасибо. Так, здесь что я имела в виду? А, это видео, которое я сделала, кстати, с VN. Это чисто для этого занятия я сделала. Тут все там, как был текст на японском, так он и остался. Какие были фотки у меня в галерее, такие я поставила. Поэтому смотрим сейчас именно только вот на как, что можно сделать, да? На шаблон смотрим. Ну вот что-то всплывает, да, уже готовая такая вот всплывашка, слайды, где вы можете поставить любые свои фотографии. Это именно для сторис, да. Прикольно смотрится, потому что уже неинтересно, когда там только что-то, какая-то одна фотография на весь сторис, да, на все 15 секунд. А нужна динамика какая-то нужна. Так, здесь еще пишут Unum, да, или Unum. Отложенный постинг и планирование ленты. Ну вот, вот и вам и приложение. Это VN, да, это VN. Вот я сегодня
ты только скачала этот VN, про который многие говорят, и решила посмотреть, что это за приложение такое. Так, понятно. Дальше, кстати, Рита поделилась со мной вот таким постом. Давайте почитаем. Вы ленитесь делать красивый контент. Ну, то есть один блогер так и пишет, вы ленитесь. Такие отговорки бывают у людей. У меня на работе, плохой свет, клиенты не соглашают, мне негде, не умею, нет времени, нет денег, не могу придумать, как сделать красиво. У меня рукоопие через снежинку. Что я могу вам ответить? Купите лампу, да? Ну, то есть на каждую отговорку идет ответ. Ищите натуральный свет, мотивируйте, приглашайте модели, снимите студию. Кстати, предлагайте скидку, подарок, бонусную процедуру. Это классно всегда работает. Вот когда вы что-то предлагаете бесплатно, это прям прекрасно работает. Снимите студию, оборудуйте часть домашнего или рабочего пространства под фотосессии. Кстати, классный совет именно для нас. Да? Как красиво снимать продукцию. Не идти же постоянно в фотостудию. Вы можете так оборудовать дома. Да, бота от Магомбетова, я помню, так делала. Оборудовала так уголочек дома и постоянно там снимала. Ну, ему по-разному можно как-то его всегда делать. Главное, свет, чтобы там был красивый. И фон сделать красивый, однотонный. Научитесь, да, если не умеете, научитесь. Сейчас очень много курсов, как платных, так и бесплатных. Также эти марафоны относятся к ним, где вы можете бесплатно обучиться, как делать контент. Дальше. Время есть у всех. Если говорят, у меня нет времени, то ответ. Время есть у всех. Главное правильно организовать свой день, выделить час на то, чтобы сделать контент, который принесет вам деньги. Дальше. Нет денег, говорят. Чтобы сделать привлекательный контент, совсем не обязательно иметь много денег. Как мы и говорили, что вот все предложения, о которых мы говорили, они сделаны бесплатно. TikTok, кстати, тоже бесплатно. Дальше. Не могу придумать, как сделать красиво. Идей полно. Pinterest, TikTok и так далее. То есть, да, столько разных аккаунтов, столько идей на нас сыпется, да, с разных сторон, что вы можете просто брать понравившиеся идеи и делать так же. Дальше. Если у вас не получается, то учитесь, тренируйтесь, нанимайте профи. Ну да, если уже совсем у вас нет времени или вам это неинтересно делать, но нужно делать, то вы можете нанять человека. Есть уже такие SMM-специалисты, которые сделают вам красиво. Пока вы сами не поймете, что без качественного контента вы не сможете продавать свой товар или услугу и не сможете конкурировать с теми, кто делает привлекательный контент, у вас не будет клиентов из Инстаграм. Ну, это, к сожалению, так. Да? То есть это не наша какая-то идея такая, фикс, чтобы у вас был красивый контент. Это просто действительно работающий инструмент, который нужно использовать правильно. Так, вы можете быть самым лучшим косметологом, мастером маникюра, у вас могут быть уникальные знания психолога, юриста, визажиста. Лучше вас может никто не делать пастилу, торты, букеты, но какой в этом толк, если об этом никто не узнает? Так, Малика пишет, можно открыть ноут, вставить красивый фон и заснять продукт. Смотрится круто. Ну да, в таком бизнес-стиле, да, сразу ноутбук, когда у вас, то это такое, ну, классно. Дальше. Хомочка всегда говорит четко и по делу. Люблю ее блог. Лена Хомочка, да, я вот подписалась, кстати, на нее после этого поста. Нет, не веревка. На веревку привязать, потом сверху приподнять, а на видео убрать эту веревку. У Малики тут уже такие интересные советы по съемке, да? На зеркало поставить продукт. Да, вот у Виктории Гурвиц тоже была такая фотосессия. Такой крутой кадр. Давайте посмотрим, да, даже. Несложно его открыть. Специальная была фотосессия, где вот этот вот. Сейчас я пока открою его. Да, сейчас я вам покажу. Это прям очень красивое фото с набором фейм. Так, что я в ленте его не вижу. Сейчас у Айгерия, кажется, я видела. Когда вот на зеркале, да, зеркалом используется. Да, вот он, сейчас я вам покажу.
Вот, нашла не у Виктории на странице, а вот у Айгели. Вот это вот фото очень такое, ну, креативное, да, необычное. И фейм-набор видно, зеркало, и Вику видно. Прям классная идея у фотографа была. То есть выходите из рамок обычных фотосессий. Вот что, какой идет посыл, да, от команды. А, вот за зеркалом, как мы красимся, да? А, тут не про помаду пост, тут про такой вот, наверное, чем макияж, береги кожу с молоду. То есть вот такое вот фото, очень качественное, да, очень такое чувственное, наверное, даже. Такая фотосессия необычная получилась у девочек, что очень круто. Вот в бизнес-стиле, да, с нашим вот этим ежедневником из Кореи, ноутбук, фон такой. Видите, фон тут не как обычно, да, что-то вот такое в бизнес-стиле, а такой вот фон у фотографа решил сделать вот серый. Там как фон помятой бумаги, да, вот такой вот. Тоже очень прикольно, креативно смотрится, что-то необычное. И это нужно делать. У девочек странички классные, да, согласна. На зеркало, да, вот красотки прям молодцы девочки сделали. Необычно, и вот действительно, да, мы тоже хотим уже выходить за рамки, чтобы делать необычные какие-то съемки. Потому что приелись, да, уже все одинаковые. Так, что-то. А, и, ну, давайте завершим презентацию. Понятно, да, что красивый контент это не наша прихоть, да, не наш какой-то там домашнее задание, там делайте только красивый контент. Нет, это сейчас вот нужно в таком стиле работать, потому что это рабочий инструмент, бизнес-инструмент, который приведет вам новых подписчиков, новые регистрации, новых клиентов. То есть относитесь к своему Инстаграму не как к хобби, а как к чему-то вот профессиональному, как к работе. Работу свою нужно делать хорошо, да, чтобы от нее были результаты. Поэтому вот эти советы очень классные. А, вот этот вот Хакамады марафон. Ну, я думаю, что вы его можете увидеть у нее в ленте. Так что вот такие вот идеи контента, который вы можете использовать. И хотелось бы в конце также снова поделиться цитатами. Также книга Несы Джен Синсера, которую мы закончили читать с клубом. Здесь есть классные цитаты именно по нашей теме. То есть почему многие люди не записывают себя, делают такой однообразный контент, потому что они стесняются, а что же скажут другие люди? Вот от этого стеснения, от этих вот мыслей нужно уходить нам обязательно, потому что, ну, как дальше вы будете продвигать свой бизнес? Здесь есть классная цитата. «Не трать свое драгоценное время на мысли о том, что думает о тебе кто-то другой. Представь, каким свободным ты станешь. Мнение других людей мотивирует каждый шаг, который мы делаем в отрочестве и юности». Ну да, потому что с детства, да, мы слушаем родителей, их мнение, дальше слушаем мнение там одноклассников, одногруппников. То есть мы живем в обществе и очень боимся осуждения. Вот когда мы делаем что-то необычное, что-то выходим за рамки из зоны своего комфорта, мы волнуемся, а что же подумают люди, вот, которые меня знают, что же они скажут, когда увидят вот это вот. По мере взросления, если мы движемся в верном направлении, наша одержимость чужим мнением начинает отступать. Да, если, вот здесь вот есть ремарка, если мы движемся в правильном направлении, то эта одержимость чужим мнением начинает отступать. Но лишь очень немногие способны полностью избежать ее бессмысленной, но жесткой хватки. Опять, да, здесь говорится, что это совершенно бессмысленно думать о том, что подумают об этом другие. Но есть такая хватка, есть она у всех совершенно, но вопрос, как вы будете с этим работать, что вы сделаете? Так, Оксана пишет тут страничку. Закончили книгу, да? Угу. Так, здесь вопрос. В Телеграме можете зайти
и набрать бесконечная лента, и вам выйдет красивый готовый фон. Вы можете найти ту, которая вам по душе. Ну вот, классный совет от Айгерим. Спасибо большое. Просто в поисковике, да, я так понимаю, наберите два слова «бесконечная лента». И вам, вот знаете, да, что такое бесконечная лента? Когда лента в одном стиле идет, и они все друг с другом связаны, вот эти вот, фон связан друг с другом. Это смотрится очень профессионально. Дальше, еще понравилось тут слова. Наша жизнь не может быть яркой и полноценной, когда мы живем в страхе перед тем, что могут подумать другие, вместо того, чтобы просто радоваться тому, кто мы есть. Это важно, да, эти важные понять, что на самом деле людям все равно, что мы делаем, чем занимаемся. Главное, чтобы мы были собой. Да, делайте тот контент, который вам нравится, который вас вдохновляет. Смотрите на странички, которые вас мотивируют, подпишитесь вот на всех людей. Не обязательно, да, только о Томе. Вы можете брать идеи совершенно с разных страничек, там, с магазина одежды, например, мне нравится один аккаунт, там вот постоянные идеи, постоянные видеоролики с того, как показать одежду красиво, прикольно, так необычно. Залипаешь прям на вот такие видео. Я подписана также на разные аккаунты с рецептами, как тоже монтируется видео рецепта, то есть сам процесс-то он долгий, видео, да, как готовится какое-то блюдо, ну, час занимает, но это все показывается за одну минуту на одном ролике, и это, конечно же, привлекает, завлекает внимание. То есть если вы классно готовите, почему бы и нет, пробуйте записать свои рецепты, это тоже будет повышать охват, популярность вашей странички, и вы будете пользоваться популярностью томианцев. Какие еще идеи? То есть идеи, они везде. Идей у вас очень много. У вас самих, да, в голове много идей. Если нет идей, то берем идеи с готовых уже страничек, делаем упор на качество, на красоту, на визуал красивый, делаем что-то всегда необычное, стараемся разнообразить ленту, разнообразить свои ролики, если это YouTube. То есть экспериментировать здесь нужно, да, побольше. То есть раскрывайтесь в разных ипостасях, в разных своих, гранях своих. Потому что это вот действительно, вот конкуренция сейчас очень жесткая. Нужно поспевать за людьми, потому что очень много крутых страничек, но никогда не нужно себя сравнивать с кем-то, потому что, ну, вообще ни с кем себя не сравнивайся, потому что вы индивидуальность, вы совсем другой человек, и вы можете просто брать идеи откуда-то и улучшать, да, свой контент. Всегда сохраняйте себя, свою изюминку, не забывайте про свои собственные фотографии, свои видео, да, эфиры с собой. Это очень важно, чтобы сохранялась вот именно ваша индивидуальность в контенте, не только вот копирование только других успешных страничек. Асем пишет, у каждого свой почерк. Вот абсолютно согласна. Ну, напишите, пожалуйста, в чате, поделитесь, что вы сегодня осознали, что нового, какую информацию, что вам понравилось, что откликнулось. Очень интересно вас послушать. Какой контент вообще вы делаете, в каком стиле? Давайте раскроем немножко эту тему контента. Что такое для вас контент? Наполнение ваших аккаунтов, да? Давайте сделаем так, чтобы человек зашел на нашу страничку, например, да, или наш YouTube-канал и остался там, пока все не просмотрел, не успокоился. Так, Ольга пишет, осознала, что есть много еще разных способов улучшить свою страничку. Классно. Со сторис трагедия. Почему, Ольга? Назгуля пишет. Мне надо переделать свой Инстаграм. Что я сегодня поняла? Улучшить, да, возможно? Попробуйте. Гульшаш. Сегодня сделала самостоятельный сторис. Пробую, учусь. Классно, да. Мы все учимся, да. Мы, так как мы хотим получить то, что мы никогда не получали, да, это
стать миллионерами, стать суперлидерами, и нам нужно делать то, что мы никогда не делали. Потому что нам не только вот это все применять, да, вот эти все знания, нам дальше передавать эти знания для своей уже команды, делать обучение и даже их учить тому, что вы знаете. А лучший учитель тот, кто сам на себе все это попробовал, да? Поэтому как вы будете дальше это передавать, если вы сами этого не делаете? Нужно учиться. То есть это единственный способ, как здесь становиться успешным. Так, столько полезной информации. Спасибо большое, Шинар, вам. Бесконечную ленту искала, старалась делать, не получалось. Спасибо автору этого сообщения. Да, за бесконечную ленту, оказывается, в Телеграме можно найти, да? Я поняла, что всегда нужно улучшать. Да, согласна, мы постоянно в этом процессе. Да, мы улучшаем, вот то, что где-то увидели лучше, сделали так же, да, вот улучшили, сделали по-другому, что-то привнесли новое, чем-то удивляете, вовлекаете. Многие программы узнали, да, Yildiz, здорово. Так, Rowan, так, давайте-ка я чат сюда уберу. Не видно. Очень много полезной информации, спасибо. Вот хочу выйти из скорлупы и снимать сторис, активироваться. Постов очень много, но нет личного присутствия. Ага, да, это тоже. Над этим надо поработать. Потому что я вижу, что есть аккаунты, вот только чисто там продукция. Ну, как бы, скучно довольно, да. Не хватает вот чего-то, не хватает чего-то. Даже вот описание в Инстаграме вы пишете, а свои имя забываете писать. Просто там написано, ну, участник. Томи или там лидер Томи, такой-то мой телефон, ну как бы не хватает вас. А как вас зовут? Как к вам обращаться человеку, да, если он захочет вам написать? С какой вы страны? И так далее. То есть про себя не забывайте. Это потому что очень важно, чтобы познакомить себя с аудиторией, чтобы с большей вероятностью они к вам зарегистрировались в бизнес. Дальше. Асем пишет, спасибо, Мика, столько инструментов, надо все попробовать, желание огромное. Это очень круто, Асем, что у вас есть желание все пробовать, страх прошел, надеюсь, да, у многих уже перед постами, вы поняли, для чего это все нужно. Снимаю видео, Малика пишет, озвучиваю, редактирую, каждый раз снимаю сториз, что заказала, и поход в ОЦ, кстати, да, используйте центры, все походы в центры, вы всегда снимаете сториз, а там можно делать контент в центре, потому что там есть продукция. Делаю посты о конкурсах, но никто не приходит пока. Малика, вот, спасибо, что вы поделились этим. Конечно же, вы только начинающие, и пока еще не будут приходить, потому что уже столько страниц, которые уже давно работают, но вы можете их догнать, да, вы можете тоже стать популярной страницей, обязательно станете, главное, не сдавайтесь. Да, сразу регистрации не идут на ваш самый первый пост или на ваш самый первый ТикТок. Конечно, это не так работает. Это работает постепенно. То есть Вселенная отвечает на энергию, помните, да? Вот вы делаете, сделаете эти работу, делаете, она обязательно, вы потом получите результат. Просто не сразу. Всему свое время. Теперь преграды не вижу в создании крутого контента. О, Yildiz, спасибо большое. Здорово, я рада. Маргарита пишет, Мика, спасибо, эфир был супер интересный, вдохновили на действия. Маргарита, вам спасибо. Так, Рита, спасибо, столько полезняшек узнала. Классное слово. Нужно, Альмира пишет, нужно выходить из сторис и согревать холодные контакты, да. Иначе они так и останутся холодными и пройдут мимо. И, скорее всего, отпишутся потом уже, если все будет одинаково. Так, Лидия пишет, будем стараться красоту наводить, да. Альмира пишет, делать контент красивым. Спасибо, Мика. Как всегда, очень интересно. Лидия, вам спасибо. Что смотрите в эфире? Да, потому что я знаю, что у Лидии сейчас другой совсем часовой пояс. Дальше, Гульшаш. Мика, столько информации. Главное во всем разобраться. Классно, столько нового. Вам спасибо. Элза, да, спасибо. Буду стараться сделать свою жизнь близких лучше. Классно, да. То есть мы этот контент делаем не только для себя. Мы эту идею о Томи распространяем в мире, чтобы стало побольше здоровых людей, счастливых и богатых. Поэтому мы так стараемся для мира всего, для нации, для людей, не только для себя.
Так, Анара пишет, что стесняется себя снимать на видео, понимаю, но буду выходить из зоны комфорта. Супер, молодец. Гульбашин, сегодня пробовала сделать лид магнит, но не могу тему выбрать. Спасибо, Мика, много интересного на ваших учениях. Гульбашин, да, подумайте, чем вы можете какой-то полезностью поделиться. Может быть, у вас есть какой-то там супер рецепт простой какого-то блюда, да? Ну, идей много. Я уверена, что у вас есть какие-то такие знания, которые могут людям пригодиться. Надо показывать, что мы живые. Согласна, Ольга, вот сторис как раз это для этого и показывает, что вы живые, что вы активные, что вы работаете, что у вас в команде классно, что к вам нужно регистрироваться. Замеря пишет, спасибо, Мика, за полезную информацию. Я поняла, что нужно снимать побольше интересных видео, обзоры, делать креативные, красивые, качественные фото. Спасибо вам за отзыв. Анара пишет, спасибо большое, очень много полезного. Выходите в зону страха, Алимира пишет, да, зона страха, зона роста. Так, Иркижан пишет, 2 дня выкладывала в сторис свои видеоролики с продукцией Atomy, и вуаля, новых подписчиков больше. Да, супер. И мы вот провели недавно с Владимиром эфир и получили регистрацию. То есть эфиры так работают, да, если вы сделали контент, если вы делаете постоянно сторис и еще выходите еженедельно в эфир, то это не удивление, что к вам будут приходить регистрации именно после эфиров. Почему? Потому что там они задают вопросы интересующие, если их устраивает ответ, если вообще вы понравились как человек, то человек доверится вам и зарегистрируется. Это все же на доверии у нас. Всем спасибо. Кульшаш пишет, что боится прямых эфиров. Да, нужно это побороть в себе. Вот начинайте со сторис, с 15 секунд себя записывайте. Потихоньку вы этот страх, я думаю, преодолеете. Наталья пишет, что каждый раз ищу себя. Вот я тоже такая, да, я себя ищу постоянно. Именно вот в плане контента, как его записывать. Но это на хороший, я думаю, что опыт тоже. Вы себя в разных попробуете, а потом выберете. Ну, постоянно нужно меняться, действительно. Как хамелеоны, да, время меняется, меняются тренды, все меняется, и нужно под это подстраиваться. За фотолаб спасибо вам. Спасибо. Так, Нурай пишет. Очень интересно, уже пошла смотреть, как выглядит как композиция зеркала. Ставлю разные продукты, смотрю, как лучше выглядит. Супер. Мы вас любим. Я вас тоже люблю. Спасибо. Я пришла в Atomy на Александру Ким по постам. Вот, Гульшаш. Прям вот прекрасный пример того, что посты работают. Контент работает. Спасибо вам, что поделились. То есть, поработайте над своим контентом, и потом контент будет работать на вас. Это всегда так. Потом, слово «потом» не забывайте, не сразу. Потому что Александра тоже сначала нарабатывала вот этот весь свой контент и в Ютубе, да, и в Инстаграме. Потом только, сейчас только уже идут хорошо, да, подписки. Вначале это все нужно все наладить, эту систему всю. Ольга пишет, кстати, Инстаграм начал блокировать посты с конкурсами, где вы просите подписку, комменты и лайки. Эта информация все чаще встречается у SMM-блогеров. Понятно. Виктория Пак, пример, Наталья пишет. Да, я участвовала в челлендже от Александры, благодаря этому увеличилось число подписчиков и выиграла приз. Было очень неожиданно и приятно. Дамиря, вы супер. Участвуйте в конкурсах, это прям, да, всегда мотивирует очень хорошо. Наталья Шин, Шаронская Роза с нами. Мика, спасибо за очень насыщенный, полезный эфир. Спасибо, что такие лидеры большие тоже с нами смотрят обучение. Вообще восхищаюсь теми, кто вот постоянно обучается, да? Даже вот кто уже путь лидера проходил, все равно посещает занятия. Очень приятно. Валентина пишет, есть страница по основной работе, которая не имеет отношения к Atomy, и есть страница Atomy. На основной странице много подписчиков, и я там эксперт в своей сфере. Не знаю, как, не отпугнув, предложить страницу Atomy. Но обычно, как делают блогеры, тоже переживают за свою аудиторию, когда делают рекламу для Atomy, да, для партнеров, то они делают это в сторис. И делают это очень продуманно. Ну, то есть можно просто показать продукцию и сказать, вот, покупала там у этого аккаунта. Можно сделать, ну, как подумайте сами, да, посоветуйтесь со своими спонсорами, с кураторами, или можете спросить у тех, кто
уже опыт в этом деле, команды спросите. Я думаю, вам не откажут в совете. У нас очень много групп, рекламы в Инстаграм, там разные. И общие группы тоже там задавайте свои вопросы, я думаю, вам обязательно ответят. Спасибо вам большое за поддержку. Очень круто. Рада, что была полезной сегодня. Можете, пожалуйста, название книг повторить для чтения. Мы сегодня вроде говорила только про одну книгу. Нисы. Нисы. Китайская мудрость. Запись будет. Хотелось бы еще раз прослушать. Тебе так интересно. Спасибо большое, Мира. Мира, да, будет запись. Так, Зауреш пишет: благодарю, буду стараться выходить в эфир, хотя для меня это будет шок. Да, сделайте этот первый шаг, первый эфир, он самый страшный, и даже весь год после потом первого эфира потом немножко страшно выходить. Не только как вы начнете, если у вас есть тема эфира, да, это прям вам понравится, я думаю, что вы в атоме не зря, потому что вы хотите сиять, вы хотите чем-то делиться с людьми, рассказывать, работать с камерой, да, это нужный навык, это потом всегда пригодится, потому что сейчас время такое, что мы в экранах в основном используете это. Учитесь, развивайтесь. Всем пишет: помните, как в фильмах ужасов, герои сами боятся, но идут туда, где страшно. У нас, слава богу, добрая компания и красивая продукция, поэтому чего бояться? Алга, комсомол. Классно, мотивация это всем. Айнаш пишет, что не пропускает эфир, здорово. Так, показать не только хорошую, но и обратную сторону. Спасибо, закончила учиться, начинаю учиться. Закончила учиться, начинаю учиться. И делать, да, нужно действия. Действиями закреплять свои знания. Спасибо за наводку на программы, захотелось творить. Здорово. Да, вот показывать не только хорошие, но и оборотную сторону. Я вот всеми руками, ногами за это. То есть я не только показываюсь красивое, да, иногда просто я не умею подделывать эмоции, да, играть. Я всегда вот такая, какая есть. И на самом деле это даже сейчас важнее, чем вот всегда быть. Я всегда рада, счастлива, у меня всегда все хорошо. Это наоборот, людям непонятно, почему, да, какая-то ты неестественная, что-то чувство-то не так. Сейчас такое время, когда, да, больше естественно, даже вот макияж, да, там сейчас вообще нюд сейчас, вот, без макияжа больше модно, чем с макияжем, с полной штукатуркой лица. Сейчас это вообще не модно. Сейчас модно, вот, когда минимум макияжа. Главное, чтобы лицо было ухоженное, красивое. У Александры супер посты, особенно ТикТок. О, Александра, это прям актриса. Открыла себя с такой стороны. Это прям что-то нереальное. Столько она умеет работать на камеру. Это прям вот учитесь у Александры, кто не умеет, кто стесняется. Я думаю, что Александра тоже не сразу, да, вышла вот так вот себя показывать. Это тоже стоило ей определенных усилий, выхода из зоны комфорта. Но насколько она сейчас это круто делает, это прям вот видно, что она работала над собой. Раскрывайте себя как актрисы, актеры. Спасибо вам большое за обратную связь. Вот всех не успеваю читать, прям очень много от вас поддержки. Супер. Лидия пишет, что жаль, что целый месяц не будет уроков. Да, но будет целый месяц на то, чтобы поработать над теми знаниями. Вот все, что вы за эти 2 месяца получили, оно должно отложиться в вашей голове. И теперь этот весь месяц нужно это все использовать на практике. Может, даже хорошо, что такие каникулы у нас целый месяц. И с апреля начнем. Да, надеюсь, что пройдем все на 3-й уровень. Спасибо вам. Я тоже боюсь прямых эфиров, пишет Светлана. Да, мы все боимся прямых эфиров. Это прям... Мы же, не делали раньше прямые эфиры, да? Не было такого обязательства раньше у нас. А теперь вот есть. Это как бы сейчас важно.
В марте будем читать книги. Заметила, что TikTok — это тренд. За последнее видео охват увеличился на 200%. Айжан пишет. О, Майжан, прям вот супер тиктокерша, королева ТикТока, я называю ее. Потому что как открою ТикТок, обязательно вот Айжан у нас выходит. Алтынай, Айжан, они прям вот ТикТок постоянно снимают, и у них улучшаются вот эти навыки. Они с каждым разом все лучше и интереснее. Там танцуют, там показывают, под музыку действуют. С продукцией. Вот, в общем, классно. Спасибо, Светлана. Спасибо, Наташа. Кристина, Неля, Гульшаш. Да, мы тоже будем по вам скучать. Этот месяц, март, да, используем максимально, чтобы развить свой бизнес. Да, скин минимализм, согласна. А Наталья Рогалева, такой крутой лидер, тоже с нами. Спасибо. Я сегодня ролик с партнером, клиентом снимала. Я была голос за кадром. Классно, здорово, да? С разные идеи нужно использовать. Нельзя записывать свои эфиры на коленке, поэтому приходится шевелиться, думать, делать. А ваши рекомендации помогают. Спасибо. Кстати, да, про эфиры. Не нужно, чтобы камера шаталась, потому что это сразу, да, отбивает желание смотреть дальше. Поставьте телефон, сделайте хороший звук, хороший свет. И рассказывайте о чем-то интересном. Классно, если вы позовете какого-то эксперта на эфир, да? Давай на эфир. Ну или свой эфир тоже. Главное, чтобы было интересно. Огромное спасибо, Мика, за урок. Знания, как всегда, бесценны. Много нового узнала. Всегда есть чему учиться, Маргарита. Спасибо большое. Марти, сколько раз надо бинар закрыть на 3 уровень попасть? А чтобы на 3 уровень попасть? Ну, я думаю, еще условия Владимир напишет. Для прохождения на 3 уровень. Еркежан пишет, я открыла для себя, что когда снимаешь ролики для сторис, нужно быть с собой, так легче. Согласна, да. Да, собой быть. Будьте собой. Тут такой бизнес, что люди идут на людей. Покажите себя, да. Не стесняйтесь себя. Покажите себя, как есть. И я уверена, что вы притянете нужных людей в свою команду. Ну, нужных клиентов, нужных партнеров. Какие использовать хэштеги? Айбаша спрашивает. Ну вот, зайдите на посты тех людей, на которых, ну, которые вас мотивируют. И посмотрите, какие посты они пишут. Ой, какие хэштеги на своих постах они пишут. И можете взять такие же. Ну, просто хотя бы идеи взять. Но обычно какие я хэштеги использую всегда на своих постах? Всегда разные, потому что Инстаграм отслеживает, что если одинаковые хэштеги везде, то он может блокировать такие посты. Поэтому там, ну, корейская косметика, да, анатомия Казахстан, анатомия Россия, там, что еще, обзор на косметику, если это определенный продукт, то там спирулина, товары для дома. Ну, также есть 3 вида хэштегов. Такие популярные, средние и непопулярные, то есть менее популярные. И нужно использовать все категории хэштегов, то есть и популярные, и непопулярные. Непопулярные — это обычно что-то такое специфическое, да? Там. Сегодня такой-то день, там. Ну, в общем, я думаю, что вы знаете, о чем я говорю. То есть какой-то свой придумать хэштег можно. Именно хэштег вашей страницы, там какой-то непопулярный хэштег, средней популярности. И вот корейская косметика, например, это очень популярно, там миллионник, хэштег миллионник. То есть нужно использовать хэштег из разных категорий. Так, Альмира писала, что Владимир такое условие написал, что нужно закрыть один бинарный шаг за март. И в феврале домашнее задание было закрыть бинарный шаг. Сегодня у меня 3 новых подписчика пришли по хэштегам. Большаш пишет, классно. Ну да. Используйте все инструменты, бизнес-инструменты, обучайтесь. Если чего-то не знаете, вам на помощь приходит YouTube, потому что там есть обучающие бесплатные ролики на любые темы, которые вы хотите знать. И да, приходите на 3 уровень, будет очень классно. Мы все ждем вас. Есть определенные условия. Но будет также классно, будет очень интересно. Уже, да, программа будет чуть-чуть посложнее. Мира пишет, даешь контент 57 лет, вперед, к
Конечно, да. У вас столько опыта, вы столько можете поделиться. Это очень круто. Мира, спасибо вам. Ну что ж, друзья, заканчиваем на этом. Так, какая тематика третьего уровня будет? Ну, об этом мы вам еще расскажем. Заканчиваем на сегодня. Домашнее задание – делать контент. Работать над своим контентом, над привлечением. Да, то есть вы заметите, что вы, как вы начнете качественно работать над этим, то к вам будет приходить больше регистрации. Это все взаимосвязано. То есть невозможно, что вы будете работать, работать, а результата никакого нет. То есть если такой даже случай будет, то, возможно, вы что-то не так делаете. Поэтому работайте именно в этом направлении сейчас. Это очень важно. И всем удачи, всех любим, всем хорошего марта, продуктивного очень. Все, всем пока. Спасибо всем большое за обратную связь. Спасибо всем. Здоровья и успехов. Да, согласна. Классно. Спасибо.